Бухряков выходил сыгранная связка центральных защитников. А вот мы видим, что сейчас происходит, и едва мяч не попадает в ворота, потому что лишь только стойка этих самых ворот не позволила КамАЗу забить очень быстрый мяч. И ответная контратака. Астафьев переводит мяч налево. Он затянул с передачей, мне кажется, Борис Новосибирцев. Есть пространство, и можно ударить. И на подборе первые сибиряки. Местная передача и удар по воротам. 1-0! 1-0! И сибиряки открывают счет. Это Дегтярев. Тот самый человек, который забил ПСВ Эйндховен единственный мяч в матче Лиги Европы. Мы поздравляем Дегтярева. Как мы видим, не забиваешь ты, забивает тебе. И нам демонстрирует Чичерина, защитника московского «Динамо» в прошлом, который отметился голевой передачей, пришедший на помощь здесь атаки. Блестящие навесил Чичерин с правого края. Почему-то Ганиев здесь не совладал с подключением Чичерина. И в совершенном одиночестве остался Дегтярев. Точно, не точно. Цыган решил вратарскую проблему Сибири. Вы помните, команда потеряла очень много очков. Но вот сейчас позже об этом поговорим. Очередная атака Сибири. Выкатывает мяч под удар партнеру своему, по-моему, Чижик. И Вавилин призывает не расслабляться оборона, потому что слишком многое она позволяет сейчас футболистам хозяев. Ну, а мы смотрим за моментом, где как раз-таки Чичерин, посмотрите, первый оказался на мяче, отскочившего от штанги. Не знаю, коснулся ли здесь Сердюков этого мяча. Сейчас как раз набрасывает мяч на Чижика, который играет справа у нас преимущественно, а не слева. Удар по воротам Дегтярева опять. Место, где Дегтяреву удалось нанести результативный удар. В этом сезоне дебютировал на левом краю обороны у этого клуба. Хороший проникающий пас сейчас. Опять, по-моему, Дегтярев. И все-таки удается ему пробить, но один... Но сейчас неплохо, возможно, будет проведена атака. И здорово Сердюков выводил сейчас своего партнера. По-моему, Крензелева на это завершающий удар. И чуть-чуть не дотянулся полузащитник. Ну, а здесь пора вступать в игру вратарю. Нет, это не Крензелев был. Чем на натуральном. Неплохо сейчас навешивают, и розыгрыш нужен. Астафьев хороший пас, и едва не забивает второй мяч сейчас команда Сибирь. Это Чижик. На что следует обратить внимание? На то, что даже если первая передача у Сибири не проходит штрафную площадь, всегда оказывается человек, который может продолжить. Его соотечественник из Чехии. Ну, давайте сейчас расскажу эту историю. Удар по воротам. Мечется здесь мяч по штрафной. Атака продолжается. Дегтярев бьет по воротам и едва второй мяч не забивает. Слишком присели в собственную штрафную площадь футболисты КамАЗа. И никто не смог как следует добраться до середины поля, побороться за этот подбор. И вот в итоге занимаются оформлением российского гражданства. Российские паспорта позволят им спокойно входить в заявку Сибири. Опасный момент уже от КамАЗа. Небольшая стычка у нас. Удар наносил Сердюков. Спокойный наброс. Посмотрите, первые на подборе футболисты Сибири. Удар по воротам следует. Опять-таки опасный. Дегтярев. Очень хорош сегодня Дегтярев. Я думаю, его нужно обязательно выделить в составе своей команды. Он постоянно нацелен на завершающий удар. И самое главное, он оказывается в нужном месте, в нужное время. Постоянно. Кстати, вот критиковал я Кармазиненко, а между прочим, это он скидку сейчас сделал, Дегтярев.
Хороший пас и для Чижика. Блестящий шанс отличиться и забить второй мяч. Своей команды в обороне. Вот этими верховыми забросами просто уничтожают защиту КамАЗа. Одна минута. Неплохой момент Пименов. 1-1. Как же так проспали футболисты Сибири. Проспали Михаила Пименова. Который забивает первый свой гол в этом сезоне. Нам показывает Кренделева. Наверное, это он исполнял сейчас голевую передачу. А нет, это Кренделев и забил. Да, вот так вот прибежал футболист из центральной зоны.